Итак, таймер стартует. Так, давай. Когда я нажимаю старт? Важно взять. Так, теперь отправляемся вниз. Вниз, 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 вниз. И должны взорваться только на двух минах. Да, все правильно. Все идет по плану. Отлично. Да блин, сейчас бы еще управлять как-то адекватно. Да ты, ну тут ты давай, ну. Ну, короче, сплит я делаю в момент это, победной музыки. Соответственно, в переходных уровнях это считается как, ну, типа, уровень, тут идет время от следующего уровня. Но порядок всегда один и тот же, разумеется. Да блин! Ну это не должно было быть так. Черт. Кое-что пошло не по плану. Ладно, продолжаем. Ну сейчас, значит, тактический слив просто будем делать. Да блин. Только дойти бы до чекпоинта надо, если что, эй. О, все. Сливаемся. Стоп, 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 что-то я запутался. Да, тут тупик. Да, ну стену эту уберите, ходячую. Так, что-то с водой у меня проблемы, да, небольшие. Такое. Не идем вглубь. Идем обратно. Thank you.
конечно, странно, этого чувака тестировали. То есть он постоянно говорит там, типа, останови это, ну, в плане, типа, ну, не стреляй в меня, там, да, ну, блин. А вы вообще пробовали свою игру играть? Ну, типа, как вы предполагали, чтобы его вообще не задевать? Ну, это невозможно, нахрен, я не знаю, это как надо играть. Не стреляй в меня, ну, я как бы не в тебя стреляю, ну, извини, чувак. По-другому тут хрен получится, чтоб тебя вообще даже ничем не задело. Ни огнем там, а взрывы, ничем. Но благо они хотя бы догадались его сделать бессмертным. То есть у него типа хп 0, да, но он все равно, ну, он не умирает. Может, иначе это была бы жопа какая-то. Так, 4 граната. Сойдет. Да и до конца уровня дойдем. Этого вполне достаточно. Да, ё-моё, ну ладно, все дошли. Сейчас надо будет тактический слив делать. Блин, какой смысл? Че, не могут восстановить жизни, что ли, на переходном уровне? Какая разница? Ну, типа, какой смысл здесь их не восстанавливать? Давай, убивай быстрее. Да лол, меня опять почти убили, что? Неважно. Давай, давай, иди. Блин, припарковался, идеально. Давай, иди. Иди сюда. Чё за такой проблемный-то, ну? Привет, Снап. Не знаю, по идее, наверное, нужен тактический... Ладно, 0 жизни надо сливаться. Стоп, а обо что мне тут слиться-то? Ага.
Ну да. Так я еще тогда сменил. Да ты... Ну давай. Этот раз мне надо не забыть. Да, не забыть. Все, не забыл. А то это было так неловко в прошлый раз. Блин, у меня гранат нету? Да нет. Ты ну что за издевательство? Гранаты. Ну ладно, в прошлый раз я намного больше времени потерял, так что это все равно пока норм. Так, я забыл. А, сейчас будет момент сложный, да. Ну давайте попробуем, что выйдет. Сложность не в этом вообще заключалась, но по идее. Ну ладно. Но в целом, я думаю, я пока не отстаю по графику от прошлого забега. Потому что там тоже было дофига всяких фейлов, в принципе. Ну, особенно главный фейл это то, что первый сенсор забыл, блин, через всю карту возвращался. Да и тут я все равно на машине. Но я тут лучше на машине в прошлый раз проехал, но все равно не идеально. У моста, по-моему, меня взорвали, зато я жизнь тогда потерял, а сейчас нет. Серьезно? Ну ладно. Ну значит я там не доеду немного. Скорее всего. Как ни странно, доехал. Уже нормально. Даже если на обратном пути взорвут, уже не так страшно. Проехал неплохо. О, даже проехал. Нифига себе. Повезло. Thank you.
Пока довольно неплохо идет уровень, довольно неплохо, вполне. Привет, чувак. Развернись, пожалуйста. Не взял чекпоинт, что может пойти не так? Все верно, ничего не может пойти не так. Уйти. Что? Как я? Рип. Блин, проскочил минку. Видите, ты из этого вышел. Главное, вышел. Сколько там было написано, осталось один, я надеюсь. Ну, тогда норм. Ну тогда, потому что очень жесткий был фейл, конечно. Ой, мне только надо не умереть. Давайте убьем это. Будет неловко, если умру. Блин. Ну. Он целится плохо. Ну то есть как бы это же типа считается, что это у нас не дротикомет установлен на мотоцикле, это типа второй человек сидит на мотоцикле на этом же, на байке. Да ё-моё. И он стреляет. Ну и что, он не может прицелиться, что ли? Ну, типа, не в тупую вперед, там, под наклоном, так как наклоняется, ну, как-то, не знаю. Ну, типа, на двоих, как бы, там так и происходит, что целится второй игрок. Ну, на одного, ну, могли как-то, не знаю... Не так тупо сделать.
И что кто убил? Жизнь я не буду брать, мне нужен тактический слив. Черт, мне ракеты надо, бля. Нет, нормально, я помню, так же на приставке работал. Так на одного, но человека-то все равно два по сюжету. Понимаешь? Это игрок один, но человека два по сюжету. Ну как бы. Неважно, сколько людей играет, человека тут два. Нечем. Сейчас будет опять отбиваться от динозавров. Сейчас я опять в эту жопную ситуацию попаду. Походу. Давайте ракетами пока отбиваться. Надо автомат экономить. Лол. Серьезно? Да ну не. Ну блин. Надеюсь, тут будет граната хотя бы. А, по-моему, из машины можно, да? Вот я дурак. Да, отбился ракет. А, вон гранаты, но это далеко. Ты чё, ну? На одного эта миссия гораздо сложнее, чем на двоих. Гораздо. Ну, особенно, когда торопишься, конечно. Ну охренеть, я труп, короче. Походу. Знаете, как я даже спрячусь? Ну я еще не выиграл. Я еще не выиграл. Хоть
по аптечку завезли, ну лол. О, о, о. Жесть какая-то. Давай, убивай меня полностью. Блин, ну что ты, ну... Раскидался он тут гранатами. Походу сейчас GG будет. Автомат пригодится. Ага, на последней жизни. Ну давайте, изи затащим сейчас. А, ну так я тупо сейчас меня сам трайк убьет, ну да. Он меня сейчас сам западает, даже не эти штуки, а, да, а он меня сам. Может там хоть бронежилет упадет? Офигеть. Вот это на тоненького. Ну давай, живи. Надеюсь, то слева не вырвется. Черт, он вырвался. Такое. Ну его нахрен, надо страту получше придумать. Да, говорю, я приду сюда, короче, с этими, с норм-оружием на этот уровень. Пришел, как видите, да. Да, оружие у меня просто завались. В топках нет. Еще и жизни нет. Какой такой? Ну, не, ну логично, что нигде не увидеть, потому что никто не спидранит эту игру. А, ну, да. Thank you.
Но Рике вроде грозится ее проспидранить тоже. Пока нет. Но он вроде что-то там немного тренил, но пока не особо. Так, вода нам нужна. Ты чё не умер-то, придурок? Сдался? Да ладно. Как и картофель. Как и картофель, лол. Вот эта игра ломает людей. Причем я помню, Рики говорил, типа, ну фу, картофель не очень. Вот он так же причем сделал. Типа, говорит, и картофель не очень. И в итоге... Нет-нет-нет, не умирай. Мне главное сейчас тут не рипнуться, надо до чекпоинта дойти. Где придется до чекпоинта дойти? Где он? Почти сейчас дошел. Привет, Августин, спасибо. Это чё, про... Блин, мне опять нечем, серьезно, ну. Во. Чё, рассказывай про клавиатуру. Ты тестил кадрометром? Так, я надеюсь, я смогу пройти это место без смертей. Не, в жетуле фигня, в жетуле фигня. Ну я имею в виду в миллисекундах. С облака. Ну, разумеется, сейчас я ссылку дать не могу. И опять нету ракеты, что ж ты. Thank you.
кажется, этот уровень в прошлый раз я лучше прошел, так что, скорее всего, сейчас будет не голд. А, ну при этом она там должна быть удобнее, то есть то, что тебе непривычно, это как бы скорее всего потому, что прошлая была неудобная, твоя Тора. Так, стоп, а мне надо не сюда, мне надо сюда. Ну потому что у Razer клавиатуры очень именно не продуманы тоже, чтобы руки не уставали. Короче, на хорошем спидране, который, ну, типа, потенциально, да, там будет, вот эти все штуковины крутящиеся собирать вообще не нужно, потому что ты просто, как бы, если ошибок не делать, то тебе жизни почти не нужны. Ну, то есть, есть некоторые места, которые специально проходятся на потере жизни, но в таком случае там тогда и тактические сливы, как бы, присутствуют. Ну, то есть, по сути, ну, эти штуки собирать не нужно при нормальном, ну, уже, как бы, если хорошие спидраны начнутся. Ну вот, ну пока будем, пока я собирать все-таки. Я вот думал, убьет он меня или нет. Ну ладно, не страшно, мы только что жизнь собрали. Ну типа я решил, что это оправданный риск. Зато на машине проехался. Пфф, такое гоги. Блин, взорви мину. А это что? Блин. Черт, я забыл одно гнездо. Блин. Черт, придется возвращаться. Ну, не без фейлов, что поделать. Ну, сейчас понятно, что я не буду прямо сейчас возвращаться, я уже это возьму. Но... Блин. Забыть. Ну понятно, я забыл, потому что не по плану там немного пошло все. Ну это сейчас минуты две я, наверное, потерял.
Ну, типа, в плюс я не уйду, да, но... Приятного тоже мало. Спидранить кооп? В одиночку, что ли? Тише и без щелчка. Ну, короче, ты считаешь, что это хороший выбор для фангеймов, да? Ну, блин, мне надо, чтобы показатели стабильности в миллисекундах были. Типа, как чаще получается, как часто получается меньше 10 миллисекунд. Как чаще получается, как часто получается меньше 20 миллисекунд. Да, мне тут нечем было с утра взорвать. Эх. Рип Голдран. Нет, Августин купил новую клавиатуру от Razer с новыми свечами желтыми. Делится впечатлениями. Причем тут то, что мне разонравилось. Ну выходи! Как меня вот эти парковки бесят. Единственное, что вот бесит, это вот эти парковки дурацкие, серьезно. Ну понятно, что хз, но примерно можно, наверное, как-то сопоставить. Турок с минками. Блин, ну как он не умер-то?
да? Так, минное поле, да? Изи. Я помню, у меня в детстве были некоторые проблемы с этим. Ой, закончились гранаты. Ну да, думаю, Соник, скорее всего, будет. Но только прикол в том, что и там надо будет еще потренить Соника. То есть не факт, что я прям личный рекорд прям сегодня поставлю, но. Ну, короче, какие-то шансы у меня, да, появились сделать неплохой забег. Ну прям. Ну, не хочу как бы загадывать, но, типа, может быть, я даже на несколько минут улучшу. Переживет. До 100 заедет. Как я мог 4 секунды... А, ну понятно, на вот это, на парковке я потерял. Припаркуйся, пожалуйста. Вряд ли, я не верю, что там уже не приноровится. Как нажимать, что надо, чтобы... Либо у тебя брак, либо... Что-то не то. Либо свечи все-таки неподходящие для фангеймов. Да блин, попал. Ну я так думаю, ну вряд ли ты прям не можешь меньше 3 кадров нажать на такой механике. Я в это вообще не верю. Это так легко. Ладно, там 1 кадр еще, но. Блин, даже 2 не можешь. Не может быть. Что-то не то. Что-то не то. Ты что делал? Я почему-то думал, что я попал. Я первый раз слился на этом боссе в спидране. Блин, это посос, конечно. Ну блин, я столько времени потерял. Серьезно. А, жесть. А, капец. Спешка к чему приводит.
Привет, поиграем. Так, Мейз. Да вы чё, охренели все, что ли? Я не понимаю. С гранатами, блин, с автоматами бегают. Ну жесть полная какая-то. Мне нужны твои гранаты. Что-то я думал, что пройду. Ну, ладно. Ну как, нажимаю кнопку, происходит переключение на следующее. Если ты про лайфсплит. Ну блин. Так, тактический слив, пожалуй. Ну давай, попади ты уже, ну, блин, косой еще. Уйдите. Так, пригодится. О, ну это рип. Ну хотя жизнь есть, ладно. Легко. Ну не знаю. Может реально ты не понимаешь, как нажимать, ну просто это довольно странно. Привет, Дудос. Кадр. Да при чем тут ты, Тутос? У тебя что, такая же клавиатура, что ли?
что? Что 300? Ну, то есть, ну не такая же. Причем тут тогда? У него не за 390 рублей, мягко говоря. Не знаю, о чем говорите, но свое слово ставлю, да? О, голд. Сапчас до... Это, до камп-саботажа, прикольно. Кэмп-саботажа. Да, что я могу сказать? Ну, доходишь и доходишь. Ну, блин, доходишь. Если ноги нажимаешь и нажимаешь. Я просто своим все же думаю. А при чем тут ниджер? Это от клавиатуры зависит. А ты ниджер? Пока вроде идет все довольно неплохо. Потерялся. Уйди. Я что-то не заметил, что он меня стреляет гранатами. Я смотрел на дурацкий этот сетком. Возьму чекпоинт. Ну, мне кажется, ну... А, сейчас же эти дурацкие чуваки начнут меня гранатами кидать повсеместно. Да, значит, я тогда тактический срыв, давайте. Ну,
Налево не пойду, там жизнь лежит, но мне должно, в принципе, хватить. И без этого. Плохо. Но тут, да, уже спид, ну, на этом уровне спидранить нечего, тут надо просто пройти, а вряд ли я не пройду. Даже если я начну вафлить, это, ну, только лишь получу просто лишний урон, но не пройти я не могу, ну, вряд ли. Насколько надо завафлить, чтобы не пройти. Хотя в детстве были проблемы с этим уровнем, но, как вот показала практика, сейчас вообще никаких проблем не возникает. Сколько всего уровней? 19. Написано же на сплитах. А чего сколько всего? Так я расспросил, сколько всего чего? Непонятно. А, сколько всего тут не помню. Сколько всего контента. Расслабился, пока даже урон не получил ни разу.
здесь такое немного. Остались только вот эти птички, бабочки. Раньше что-то хотел. Бронежилет в тему тут лежит. Так, не забудь, вот тут есть. Так, хорошо, что сейчас ничего не упадет. Раньше времени. Так, сейчас будет взрывающаяся машина. Забыл про тебя, чувак. Ну,
на машине в шахте надо. Не, на машине-то ладно, а вот то, что с вертолета сбрасывают подарки, это вот, это уже более интересное событие. А, да, мне же на... Все, я вспомнил. Мне же пофигу на жизни на этом уровне. В смысле, ну сам-то уровень несложный, а следующий уровень это Rogue Road, и там жизни не имеет практически никакого значения, потому что там... когда убивают машину, то ты все равно Game Over получаешь, и все жизни с нуля, ну как... Короче, не имеет значения. Ну вообще я не знаю, я всегда это делаю, и мне кажется, что он все-таки ускоряет немного. Ну может быть это ошибочное, но так как оно не мешает, то я всегда это делаю вот так. Но по-моему он все-таки немного ускоряется. Я это всегда делал как бы. Это я кнопку C жму. Ну это надо замерять, типа на самом деле ускоряется или нет. Ну, вроде выглядит будто да. Опять кто-то балуется. Так, да, главное сейчас не залажать. Примерно так. А не знаю, зачем, если честно. Ну ладно, давайте. Так, вот тут сейчас где-то будет минка дурацкая. Не это.
Это одна. Тут еще сейчас где-то. Так, вторая. По-моему, еще где-то тут будет. Который вроде можно оплыть, а вроде и нет. Типа вот такой, да. Все, по-моему, более-менее можно дальше плыть, на пофиг. Ну, типа, в это же я не врежусь, правильно? И тут, конечно же, я проскочу, да. Так, главное дойти до уровня. Да, вот это сейчас, конечно, прикольная ситуация. В скобках нет. Придется как-то тащить. А. Да, не очень сейчас по-спидрански, наверное, получилось. Хотя, с другой стороны, за... Не ешь! Не ешь машину! Ешь меня! Все правильно сделал. Ок, первый чекпоинт есть. Так, машина пошла. Стоп, я забыл, где? Здесь же вроде. Ок, второй чекпоинт есть.
нет, 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 жри чувака вон какого-нибудь. Да не жри ты машину. Почему они так хотят эту машину съесть? Там что, пахнет вкусно или что? Так, еще один, да, вроде? Или... Не помню. А, нет, тут минки. Это ты откуда взялся? Ну-ну-ну, откуда ты взялся? Ладно. Ну откуда он взялся второй? Ну серьезно? А, лол. А машина там осталась? Прикольно. Суха, что ли? Вау. А кто это такой вообще, не знаю. Прикольно. Ну, значит, он уже его прошел. Почему он его проходит, интересно вообще? Пожалуйста, не жри машину! Ну давай, срабатывай триггер. Фу, минус 10 минут! Серьезно ли квестил? Серьезно? Он все жив? Ну давай, блин, как меня вот эти вот парковки, конечно, вымораживают, если честно.
Ага, я проскочил, это нет. Правда, меня тоже цапнуло немного. Так, ничего не собираем, главное, то есть нам ничего не надо собирать на этом уровне. Не надо гнаться за жизнями, там, типа, что такое. Мимо, 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 мимо. Ты чё? Да ты чё? Ладно, все-таки, наверное, пару жизней нам нужно, но чисто чтобы прожить. Сейчас воду достанем, и проблемы не будет, но вода будет только на третьем острове. Пока что у меня ракета есть, тоже верный друг, в принципе. Прикольно. Спамнился, придурок. Так, главное, как в тот раз остров не пропустить. Правильный остров. Ладно, чуть-чуть соберем, все-таки, чтобы нам чуть-чуть более себя безопасно чувствовать. Так. То есть прям фармить я не буду, какие-то там массы собирать, но все-таки чуть-чуть надо, да. Давай, выходи. Офигеть. Ну вон, час 56 написано. А, привет, Гринти. Я что-то вначале думал, ты Гоги написал. Не обратил внимания. Ну, я единственный спидранер этой игры. И это мой второй забег.
не знаю, я начал эту игру, как бы я ее даже спидранком хочу добавить, так что мне было интересно ее проспидранить. Может быть, я привлеку других людей. Вон Рики уже вроде хочет проспидранить, например. Так что мне интересно было сделать спидран по этой игре. Тут еще маршруты все выстроить. Не, классно, интересно. Плюс мне игра очень нравится, поэтому, ну, понимаешь, мне просто даже... Мне банально просто приятно в нее играть. Вот. Не важно, это спидран и спидран, мне просто приятно в эту игру играть, поэтому... Внезапно. Ну да, и... А меня Гринти ты откуда знаешь? Тоже со стримов Тора. Разве нет? А, ты не то подумал. Он подумал, что ты Тор. Ты так написал просто. Нет, Гоги это Гоги, он всегда был Гоги. Расслабился. Ну, это все равно время никак не теряет. Да блин, сейчас веревочку повредил. Ну чё, PB Pace, очевидно уже. Может побьет. Да не, я-то ошибок дофига делал на этом забеге, но меньше, чем в прошлом уже. Уже такой более собранный забег получился.
Жесть, вот это я пролетел пол уровня уже. Блин, ну чё ты... опять эта ошибка! Тупо. Конечно, по прострадам этот чекпоинт вообще не надо брать, но пока что извините. Выходи, выходи! Есть! Так. Опять начинается. Час 42. Неплохо, на 13 минут улучшил. Час 42. Ну, я доволен в целом. Еще можно улучшать и улучшать. Блин, сколько золота. Надо самый бест добавить. Самый бест сейчас 38. А какой 100%? Это и есть, ну... Это и есть, считается. Ну, а тут нет 100%. Так, ну что? Ну там, где у меня были самые большие ошибки? На Activate Sensor немного там залажал, хоть и в золото, но все равно залажал. На Nest Hunt я умер и откатился к чекпоинту, там на две... на Nest Hunt я забыл и откатился к чекпоинту, еще забыл одно гнездо, вот это был очень большой фейл. На T-Rex Escape умер вообще тупо. И все, больше, в принципе, не было серьезных фейлов. Ну, на Trike Rescue, конечно, по-моему, так себе тоже было, да? Ну, хотя я там даже отыграл 8 минут, но там еще можно больше отыграть. Так, все.